Добрый вечер. Сегодня пятница, 15 января, 688-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Ахтему Чийгозу и пятерым фигурантам дела 26 февраля зачитали обвинительное заключение. Прокуратура Российской администрации Крыма обвиняет заместителя председателя Межлиса Ахтема Чийгоза в организации массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожения имущества. Другим инкриминируется участие в беспорядках. Суд объявил перерыв в заседании до 25 января. Новый адвокат Чийгоза Николай Полозов попросил дополнительное время для ознакомления с материалами дела. На заседании суд разрешил журналистам вести аудиозапись, однако запретил видео и фотофиксацию. Ранее прокурор Российской администрации Крыма Наталья Поклонская заявляла, что будет добиваться вынесения окончательного приговора ко второй годовщине событий 26 февраля. На мой взгляд, то, что озвучено, не соответствует действительности. Я познакомился с частью пока материалов уголовного дела, всего дела не видел. Но вместе с тем для меня совершенно очевидно, что подобный процесс, как и другие похожие процессы в Российской Федерации, безусловно, имеют политическую подоплеку в подавлении инакомыслия тех, кто не согласен с генеральной линией, которую продвигает российская власть, Кремль. Я думаю, что в ходе процесса мы увидим несостоятельность предъявленных обвинений. Доказательственная база, безусловно, слаба. Не бывает так, что при, скажем так, столкновении двух антагонистических больших групп людей травмы и увечья получает только одна группа. Мне совершенно непонятно, почему на большом митинге, на котором были и крымские татары, и представители партии «Русское единство», потерпевшими оказались представители партии «Русское единство». Я не верю, что у представителей партии «Русское единство» слабее кости, они более ломкие, или они люди не такие же, как крымские татары. Нет, это показывает как раз то, что обвинение сознательно подбирало факты, чтобы они укладывались в обвинительную фабулу. Это процесс над всем крымско-татарским народом, который... не принял ту политику, которую навязала Москва. И я надеюсь, что в конечном счете, несмотря на то, что, по всей видимости, процесс предрешен, то есть решение заранее вынесено, в конечном счете и Ахтем Чийгоз, и другие будут свободны. У здания Верховного суда Крыма во время заседания задержали журналиста Заира Акадырова. Он пришел на суд в качестве слушателя. К нему подошли силовики и пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму. Сказал, что сейчас мы там можем надеть наручники, увезти в какой-то подвал. Ну, это я расценил как угрозу жизни, с учетом того, что сейчас пропадают ребята, девушки. Я это расценил как угрозу жизни, давление, и поэтому я попытался выйти из машины. Он схватил меня за руку и хотел вырвать телефон, в котором у меня были личные данные. После того, как меня попросили уже другие полицейские продемонстрировать документы, я им показал паспорт. Они увидели, что я являюсь этим гражданином, который указан в паспорте. Но это их не удовлетворило. Они сказали, что нужно проехать в Центр по противодействию экстремизму. Но в итоге мы сошлись на том, что меня проведут в близлежащий железнодорожный райотдел полиции, и там я должен буду дать объяснение, поскольку моя личность может вызывать какие-то подозрения. Попросили меня вытащить все из карманов, их очень интересовала моя техника, почему я фиксирую, почему я фотографировал перед зданием суда. Я им объяснил, что являюсь фрилансером и блогером, и делал для себя пометки, и также вел твиттер-трансляцию, попросили вытащить паспорт, еще раз его отксерокопировали, записали мой номер телефона, все данные, и после этого Шамбазов записал на 4-5 листах мои объяснения, кто я такой, где живу, чем занимаюсь, почему я фиксирую, куда я выкладываю все эти данные. Ну и после этого он закончил беседу, я расписался в объяснительных, и меня отпустили, пожелав всего доброго, спросив, какие будут вопросы. Ну, возможно, им не нужна огласка
той информации, которая происходит вокруг этого дела, ее публикация в социальных сетях, в блогах, либо еще где-то. Поэтому я считаю, что это как какое-то давление на меня как на гражданина, подчеркиваю, не как журналиста, а как гражданина, который свободно имеет право собирать информацию и распространять. Но вот они сделали все для того, чтобы у меня такой возможности не было. Близ Ялты появился военный лагерь. Сегодня утром недалеко от крымско-татарского поселка Самота в районе Ялты появился военный лагерь российских солдат. Как стало известно, военные вооружены автоматами, они в бронежилетах и касках. За деревьями спрятались не менее 6 грузовых военных машин. Будущий мост через Керченский пролив – это пока две насыпи в 400 метров. В российской администрации города заявляют, что по ним пройдут главные вспомогательные мосты на Кубань. Работы обещают закончить уже через 2 года. Некоторые эксперты ставят перспективы строительства под сомнение, отмечая большие экономические затраты и геологические трудности. Вот, там же будет вот где мысок, да, и соединяется. Может, конечно, эти напротив, мы питаем. Да. Подешевле будет жизнь в Крыму. Вот это мост строит, вода мутная, рыбу напугали, экологию нарушили, потому что там вот отсыпают дамбы, а вся муть идет сюда, и рыба уходит. Блокада Крыма. Геноцид? В Крыму решили поинтересоваться, считают ли жители Симферополя действия гражданской блокады Крыма геноцидом, каких назвала российская администрация полуострова. Геноцид, это крепко сказано, но неудобства, естественно, есть. Ну, геноцид, даже неприлично говорить. Да, неприятно. Нет, ну и другое дело, ну, что да. Нас не уничтожает, и никогда никто не уничтожит. У нас хорошая защита. Путин – это наша защита. Вот. Мы за него Богу молимся. Ну, конечно же, согласна. Ну, как же ж вот они нас оставили без света. Пугают, вот это ходят. Вообще, украинские правители, они должны навести порядок. Правильно же? Это как это так? Кучка каких-то людей, и они вот командуют этим всем. Вот. Мы считаем, что это ненормальная вещь. Конечно, мое мнение. Нет. Больше говорить ничего нет. Да какая блокада? Все, что у нас было, картошка есть, цитрусовые есть, все у нас так и есть, как мы ушли от Украины. Все есть. И не дороже. Блокада никакой, ну, со стороны Украины это, я считаю, нехорошо. Это просто провокация. Я не буду на этот вопрос отвечать. Вы знаете. Я не буду, я сама украинка, извините. Считаю, что это геноцид. Я сама лично коренная крымчанка, я считаю, что вообще Крым был у нас заброшенный, никому не нужный. А сейчас, слава богу, как говорят. Да, конечно. Я думаю, что это так похоже. И вообще, нужно уже давно отстать от этой Украины и жить самостоятельно своей жизнью. И Крыму вместе с Россией. Они пытаются Крым, чтобы сюда или пути все перекрыть, чтобы не было ни отдыхающих, ничего. И всякую клевету на Крым говорят. И поэтому я считаю, что это так. Сегодня 119-й день гражданской блокады Крыма. В Центральном штабе идут подготовительные работы к заседанию Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который состоится завтра. К Чонгару, где располагается штаб, съезжаются гости из Крыма, члены Меджлиса, а также представители диаспор крымских татар со всего мира. Вице-президент Всемирного конгресса Ленур Ислямов рассказал об организационных мероприятиях предстоящего заседания. Назначать на последней шуре. Значит, мы в последней шуре определили то, что мы это будем проводить именно в Геническе. И это решение было политически очень правильно, я считаю, потому что очень многие крымские татары, где бы они ни находились, они должны приехать сюда сейчас, приехать к нам сюда на блокаду, которую устроили крымские татары, и почувствовать и пропитаться вот всем тем, чем мы сейчас здесь все пропитаны. У него будет несколько задач, одна из которых – это дать оценку вот действиям тех личностей, которые от лица
разных организаций, в том числе, которые образованы сейчас уже в оккупированной, на оккупированной территории, ведут определенную деструктивную, мы считаем, в плане национальной политики, работу на полуострове. Вот это шура для этого и создана, для того, чтобы этим вещам давать общемировую крымско-татарскую оценку. Об итогах заседания Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар вы сможете узнать завтра в эфире АТР в 19:30. Ганыш на свободе. Экс-депутата крымского парламента отпустили под домашний арест. Его задержали 28 апреля прошлого года, когда он попытался выехать на материковую Украину. Почему его выпустили и что он пообещал взамен, в сюжете Эльвины Сидбулаевой. Экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша украинская прокуратура Крыма подозревает в государственной измене. По версии следствия, он оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности, участвовал в работе Верховной Рады Автономной Республики Крым и баллотировался в Горсовет Феодосии. Я голосовал, как депутат Верховной Рады, единственный, кто голосовал против. Это мое подтверждение. И визуализация проведена, и подтвердили даже спикер парламента крымского. А уже после заседания? После голосования 6 числа, да, я был в будівлі. Але я участі в Верховній Раді в засіданнях не приймав ні одного разу. В зал заходит судейская коллегия из 3 человек. Руководит ею судья Александр Федюк. Должны были допрашивать свидетелей. Однако, кроме прокурора и защитника Ганыша, в суд больше никто не пришел. Свидетели не з'явились, коли на початку засідання повідомили неналежним чином, то це причина ніяк не повідомила. В суде подозреваемый в том же свитере, который был на нем в день ареста. Черный с белыми и серыми полосами. Ганыша задержали в ночь на 28 апреля прошлого года на административной границе с Крымом. Он пытался въехать на материк. Его фамилия находилась в списке из 75 крымских депутатов, которым украинская прокуратура выдвинула подозрения в государственной измене. В СИЗО он провел почти 9 месяцев. Защита просит изменить меру пресечения по состоянию здоровья. Мы повідомили, что немає лікаря-гастроентеролога, також немає лікаря-кардіолога. Йому відповідно не може перебувати Ганыш Василь Васильович під постійним кардіологічним наглядом. В інституті серця Міністерства охорони здоров'я, де нам підтвердили критичний стан здоров'я, а також необхідність негайного надання медичної допомоги. Прокуратура не против. Не заперечу. Судьи идут в совещательную комнату, советуются 2 часа и выносят решение. Суд вважає за доцільне змінити обраний щодо Ганыша запобіжний захист тримання під вартою на цілодобовий домашній арест з покладенням на Ганыша відповідних обов'язків та із застосуванням електронних засобів контролю. Коллегия судей отпускает экс-депутата Василия Ганыша домой из зала суда. Вернуться в Крым он не может. Будет находиться под Киевом у родственников и носить электронный браслет. Мне дали шанс полечиться. Конечно, это все будет под контролем. Я не буду чинять каких-то действий, чтобы порушивать вимоги ухвали судової, даного рішення судового. Буду прибувати на всі засідання. Следующее заседание суда назначено на 22 января. Судьи еще надеются услышать свидетелей. Эльвина Сидбулаева, Эскендер Меметов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Пророссийские вооруженные формирования за последние сутки более 60 раз обстреляли украинских военных в зоне АТО. Несмотря на договоренность о прекращении огня, интенсивность атак со стороны незаконных банд формирований не уменьшилась. Після 18 години вчорашнього дня до завершення доби нетривалі та здебільшого хаотичні обстріли продовжились біля Донецького литовища та північніше Горлівки. Зокрема, зі стрілецької зброї та час від часу з гранатометів бойовики били в напрямку Пісків, Опитного, Південніше, Авдіївки та Новгородського. З великокаліберних кулеметів в бік Первомайського, Троїцького, яке розташовано між Горлівкою та Донецьком та в районі Луганського. Окрім того, один з наших опорних пунктів поблизу Луганського злочинці обстріляли
з протитанкового ракетного комплексу. Під вечір загострила ситуація біля Мар'їнки. Там окупанти декілька разів застосовували весь спектр стрілецької зброї та гранатометів, вели вогонь також ворожі снайпери. Після опівночі кремлівські найманці вже понад 5 разів вдавались до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. Постріли зі стрілецької зброї та гранатометів лунали біля Пісків, Опитного, Луганського та найчастіше в районі Мар'їнки. Важкого озброєння впродовж ночі бойовики не застосовували. На Луганщині та біля Маріуполя було тихо. Ситуація в зоні конфлікту цілком перебуває під нашим контролем. 25 умерших от гриппа – не повод паниковать. В Министерстве здравоохранения Украины успокаивают. Эпидпорог не преодолели, а система здравоохранения страны готова вовремя диагностировать опасную болезнь и принять меры по спасению больного. Подробнее в сюжете. Украинцы умирают от свиного гриппа. Опасный вирус косит людей. Тревожные заголовки в СМИ стали поводом для пресс-конференции министра здравоохранения страны с делегацией минздравовских специалистов. Они пришли заверить, поводов для паники нет. По состоянию сегодняшнего дня подтвержденных смертей от гриппа 25, лабораторно подтвержденных смертей. Вчера я слышал информацию, что там разные цифры называются. Это неправда, потому что мы должны все абсолютно случаи подтвердить лабораторно. Как сообщил министр, в 22 случаях причиной смерти стал грипп H1N1. Но все погибшие очень поздно обратились за помощью. Спустя неделю или даже две после заболевания. А существующие препараты, сообщили в Минздраве, эффективны в первые двое суток. Ситуация же в стране стабильная. Эпидпорог не превышен. На сьогодні рівень захворюваності на грип вдвічі менше від тих пороговых розрахункових рівнів, які встановлені для України Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто епідемії у нас сьогодні немає. По жодному з регіонів нашої держави епідемічні пороги теж не перевищені. Різні рівні захворюваності. Традиційно ми маємо високі рівні в Київській області, Вінницькій області, в місті Києві. Нижчі рівні захворюваності в Харківській області, в Івано-Франківській області. В київських школах і дитячих садах до 21 января об'явлен карантин. Столичная СЕС прогнозирует достижение эпидпорога к четвергу. Медики советуют не заниматься самолечением и обращаться за помощью в первые дни. Они также рекомендуют вакцинироваться всем, кто входит в группу риска. Это дети до 5 лет, беременные и пожилые люди. Пока же из 9 миллионов человек, которые входят в эту группу, прошли вакцинацию немногим больше 100 тысяч. Илья Смирнов, Эскендер Меметов, Эльдар Тарахташ, Киев, Заман, АТР. Дякую за увагу, будьте здоровы. На этом все. Хороших вам выходных. Всего доброго и будьте с нами.